Ишки, ребятки, с вами Лекс, и мы сегодня с вами поиграем в игру под названием Little to the Left. Это головоломочка, в которую нужно, видимо, проходить головоломки. Основная цель. Опачки, кот. Так, с котом можешь это сделать. Так, это можно выровнять. О, пройдено! Ну, это сложная головоломка была, еле прошел, ребят, честно. Еле-еле. Окей, есть какие-то предметы. Я думаю, что это корзина с фруктами, наверное. Да нет. Это корзина совсем, наверное. Давайте все положим. Окей. Пройдено! Так, пока что головоломки довольно-таки сложные. Еле-еле прохожу, честно. Так, теперь надо понять, где у нас стоят какие картиночки. Не так, не? Не так. Значит, вот так. Нет? Может быть, я должен перевернуть? Я могу перевернуть? Не переворачивается. Так, ладно. Наверное, это здесь должна быть. А это здесь. Да. Ну, пока легко. Здесь пока нужно собирать. О, нифига себе, штрих-коды. Лол. Возможно, здесь по цвету нужно соединить. Подожди, может быть, эти здесь? Давай все оторвем. Лол, нифига себе, там еще есть! Тут не ожидал я такого поворота. Они все в этикетках, эти фрукты. Победа! У меня ощущение, что громкая музыка играет. Громкая. Даже учитывая, что я ее сделал потише. Хотя еще потише немножко сделаем. Вот так вот. Так, смотри, у нас какие-то вазы есть. Что-то можно делать с этими книгами. Можно их переставлять. Вазы, видимо, это подпирают просто, они никак не влияют. Окей, эти книги, возможно, как-то должны друг с другом взаимодействовать, я не знаю. А, мы должны их по размеру поставить, я понял. То есть самую маленькую влево, повыше сюда, еще выше сюда. Оп, 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 победа. Почему я получил одну звезду? Хм, не понял ничего. А, возможно, это типа половина миссии. Окей. Какие-то ключи. Тоже нужно, видимо, собрать их по чему-то. По какому-то признаку. Давайте одна дырка. Да, здесь по дыркам надо собирать. Одна дырка. Две дырки. Три дырки. Четыре. Пять. Так, подожди, здесь тоже три дырки. Почему? А, нет, здесь много дырок, точно. Здесь много дырок. Окей. Выставляем все ровненько. Ой, кот, ты куда? Ты офигел? У меня кот мешает какой-то, ребят. Что делать? Это не в жопу! Ха-ха-ха, нифига. Ты что пристал? Руку свою, нет, лапу убери. Окей. У нас какие-то чеки, какие-то фигни. О, это письмо мы должны отправить. Блин. Давайте еще марку. А куда марку еще можно? Я не знаю, куда марки вешаются обычно. Может быть, мы должны открыть письмо? Положить туда какие-то билеты. Так, ладно. Это что такое? Блин, я не понимаю, что это такое все. Какие-то билеты, какие-то фигни. Ну это понятно, что это марки. Как их прицеплять только? Но они не цепляются. Так, не понимаю. Это что такое? Может быть, мы должны как-то это в письмо все засунуть? Засовывайся в письмо.
Это что такое? О. Это прикольная наклейка. А. То есть мы должны опять положить по... Не понял ничего. Я ничего не понимаю! Здесь есть марки, дофига листочков. Миш, мы сюда это кладем? И оно засчитывает, как будто мы правильно все сделали. А, мы должны, видимо, разложить по порядочку. Только где оно, в каком порядке, куда мы должны ложить, непонятно. Во. Блин. Вот. Ё-моё, ну это надо было догадаться еще. Так вот. Нифига себе! Красота какая. Ну это было непонятно вообще так-то. Еле догадался. Смотри, у нас есть целый инструментарий. В этом инструментарии мы должны, видимо, все собрать в одном месте, правильно? Здесь, видимо, звук происходит. Производится звук, если мы правильно положили. Блин, ну это вообще какое-то безобразие. Смотри, сколько здесь всякого дерьма. Это мне что, все перебирать придется? А мы вы сами не могли перебрать? Куда мне все это? Куда именно? Это и батарейки не влезают. Батарейки что-то не влезают. Пуговицы. А где звуки? Свечки. У меня есть разные свечки. Не знаю, может быть, их нужно просто сортировать. Смотри, у нас есть скотч, и он идеально подходит сюда. Но звука нету. Звука нету. И что делать, если звука нету? Так, есть ножик перочинный. Есть кнопки. Давай все складывать в одно место. Здесь тоже что-то должно быть. Что-то должно же влезть сюда. Это что такое? Свисток. Ножницы. О, ножницы идеально входят, да? Да, ножницы идеально входят. Флешка. Замочек. А замочек никуда не входит. Вот сюда входит. Идеально. Так. А ножик сюда войдет. Неплохо. Но батарейки тогда куда войдут? Не, он сюда не войдет. Ручки. Спички. Спички никуда не входят тоже. Может сюда? Фига. Блин! А что так тяжело? У нас дофига батареи, кстати, я не понимаю реально, куда их можно засунуть. Может быть, их сюда можно засунуть? Да, их сюда можно засунуть идеально. И как раз таки 4 штуки, если не ошибаюсь. Но я пока вижу 3. Вон, 3 так 3. Хорошо. У нас есть такая фигня. Для чего это, я не знаю. И куда это, тоже не знаю. Блин, слушай, это какая-то вообще безобразие какое-то. Как я должен угадать, что мне нужно сделать? У нас кубики здесь еще присутствуют. Очки. Очки здесь никуда не положишь, правильно? Правильно. Висток тоже. У нас нет никакого предмета, который бы сюда поместился. Вот что самое странное. И спички никуда не поместишь, получается. Вот сюда можно поместить, но они же не поворачиваются. Отвертка. О, отвертку нашел. Место для отвертки. Так. Ножик, 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 ножик. Никуда. Не, блин, вот здесь может поместиться так-то. И спички. И свисток. Может, мы реально просто все должны поместить в одном месте? Свечка не берется. Ватная палочка. Блин, ну ножик-то некуда ложить. Он же никуда здесь не месится. Давайте сюда. Блин, я батарейку нашел. Кстати, карандаши-то сюда поместятся идеально.
Еще одна свечка, ё-моё. Ну она влезает вроде. И еще одна свечка, да что ж ты будешь делать? Сколько вас там? Блин. Ну так-то они вместились все равно. Пуговицы сюда. Эту фигню я не знаю куда. Эта фигня может быть даже сюда влезет, да? Мы попробуем. А куда очки? Они ж вообще... А, так очки вот сюда как раз и идут. Офигеть. Так и ручки, наверное, туда же. В принципе, ручки сюда влезут. Оп. Так, еще немножко, еще капельку. Блин, а спички вообще некуда ложить получается. А, вон кнопки куда надо было. Оп. 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 Это получается сюда флешка, да? Очки. Все правильно. Но у нас что-то не там стоит. У нас что-то не там стоит. Вот что-то не там. Я не понимаю, что. Может быть, ты сюда наоборот? Это сюда не вместится. Ножик тоже никуда не вместится. Цветок справа скрепок. Я тоже так думаю. Куда-то до спички. Может, спички закрыть надо? Закройте спички! Закройте спички! Не вмещается ни хрена. Может быть, нож сюда надо было? А, нож сюда надо было, точно. Я нашел. Нож сюда. Но при этом я не понимаю все равно, куда спички могут засунуться. Может быть, это сюда куда-нибудь? Да не, не похоже на это. Может, спички сюда? Ну, спички вроде влезают, да? А замок тогда куда? Я уже все положил, у меня нет никаких вариантов. Как можно догадаться? Главное, даже звуков нет никаких, которые предупреждали бы то, что мы правильно собрали. Убери замок и туда спички. Так они не вмещаются. Ни туда не вмещаются. Так. Я понимаю, если бы вот эту штучку мог убрать. Она ж не убирается. Давай! Ну ладно. Это, наверное, сюда должно быть. А спички сюда. Но они не поворачиваются. Вы не повернулись? Было бы другое дело. А такого другого дела нету, получается. Может, ручки куда-нибудь нужно убрать? Да нет, спички вообще не заходят сюда. Не понимаю. И главное, что оно вообще не воспринимает ничего. То есть, ладно бы звуки были какие-нибудь подсказывающие. Вот что может быть здесь? Я вообще не понимаю, что может сюда влезть? Может быть, я наоборот должен сюда вот эти батарейки какие-то засунуть? Да не похоже на то. Может быть, наоборот... А, так да. Вот я тупой. А я не вижу даже этого. Сюда свечечки маленькие идут наши. Масенькие, хорошенькие. Смотри, какие они идеально сюда заходят. Палочка должна быть здесь. Очки здесь. А спички-то здесь. Только здесь что должно быть? Теперь нужно думать, что у нас здесь должно быть. Потому что, может быть, замок? Да нет. Потому что здесь какое-то место для чего-то. Здесь скрепки, наверное, должны быть, да? А здесь тогда что? О, так здесь идеально подходит эта штука. Лол. Блин, скрепки, походу, не отсюда, ребят. Скрепки, походу, не отсюда. А откуда тогда? Блин. Ну, все же было хорошо, но что такое-то?
спички зашли, все зашло. Блин, батарейки, может быть, вниз, они влезают? Они не влезают. Батарейки 100% сюда получается. Может быть, наоборот? Да не, не похоже. О, сюда. Ну? Блин. А чё так тяжело? Чё-то ещё, видимо, неправильно. Положи скрепку туда, где замок. Зачем? Не, игровые кости полностью. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мне кажется, что-то не так со скрепками. Что-то не так со скрепками. Замок сюда просто не вмещается. Можно попробовать переместить? Попробовать, да, чисто. Ну, та, выглядит так, как будто они здесь и должны быть. Но замок-то не вмещается. Можем замок сюда положить. А здесь сюда эта фигня не вмещается. А что тогда сюда нужно? Я думаю, нитки должны быть рядом с пуговицами. Я так думаю. По факту пока что непонятно. Ну что тогда здесь будет? Ну флешка-то 100% сюда. Карандаши идеально я сложил. Ножик тоже прекрасно. Ножницы, я не знаю. Это вообще, по-моему, других вариантов нету. Может быть, думаете, это порядок должен быть у своих костей? Или думаете, кости не сюда идут? Блин, кости могут не сюда идти, реально, да. Может, кости вниз идут? А сюда скрепки. Ну, закрывайся! Закрывайся, пожалуйста! Ну, блин! А, может быть, сюда наоборот, эта фигня. А сюда скрепки. Лол, точно! Это 100% так. Теперь вопрос. Правильно мы поставили кубики? Здесь ли они должны вообще быть? Может быть, кубики вообще здесь? Да не, не может быть такого. Блин. Блин, блинский. Но они же идеально. Все идеально стоит, по-моему. По-моему, идеальнее поставить сейчас вообще нельзя. Может быть, я должен еще по порядку поставить кубики? 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ну, кстати, кубики идеально тоже встали. С замком, наверное, что-то. Все равно не закрывается. Есть вариант, что, может быть, эти еще карандаши не там стоят. Да нет, там. Они не могут в другом месте стоять. Да замок мы меняли уже, все это менялось. И не закрывается все равно. Так, ну что-то же по-любому. Просто они бросаются в глаза, скорее всего, да? Какой-то момент, элемент. По-моему, идеально сейчас сделать просто нельзя. Невозможно. Может быть, все-таки батарейки куда-то в другое место? Ну, я не знаю, только если так. Ну, нитки, такое ощущение, должны быть здесь. Рядом с этими, с пуговицами и со всем остальным. Ну, блин, здесь, тогда, а здесь что может быть? Ну, здесь батарейки должны стоять. Ну, они ж там не влезают, они там еле-еле находятся. Может быть, я вообще не должен это делать, а был... Должен был просто на шару все поставить и куда-то нажать, а я просто не знаю куда. Я просто не вижу этого момента. Жмякайся, жмякайся. Ну свечки-то правильно, а может быть... А, да, точно. Да нет. Вы, может, имеете в виду то, что они должны по размеру стоять? Да свечки-то по размеру стоят. Пуговицы на своих местах. Это все на своих местах. Может быть, что-то с карандашами, может, порядок какой-то должен быть. Очки тоже на своих местах.
Флешка. Ну, сейчас окажется то, что просто нужно было куда-то нажать, а я просто туда не нажимаю. Ну вот, я нажимаю на эту штуку. На закрывашку. Она не закрывается. Не, в одном отсеке не может быть разных предметов. Может быть, сюда кубики должны быть? Ну, навряд ли, да? Это максимально навряд ли. Это максимально навряд ли. Ну не может же быть такого. Они там еле вмещаются. Не, кубики, думаю, у нас все правильно сложены. Блин. Давайте так, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Все, идеально. По цветам мы расположили все. Может, замком что-то. Здесь больше некуда что-то ложить. Вот что самое печальное. Вот что самое странное. Но мне кажется, что-то с нитками. Мне кажется, что-то с нитками. Только и это действительно, если что-то с нитками, то что нужно с нитками сделать? Да, я бобус, я только сам додумался до этого, и в итоге... Ты то же самое пишешь, лол. Да мы раскладывали уже кубики. Это ничего не дало. Да и замок и нитки мы уже тоже по 500 раз меняли. Говорю, здесь даже звука никакого нету. Вот что самое печальное. Нитки вместо скрепок. Реально, смотри-ка. Ну не так не работает. Ну нет, там скрепки еле-еле вмещаются туда, видишь, в этот слот. Они как будто бы вылезти сейчас пытаются уже. Говорю, что-то здесь неверно. Что-то здесь неверно. Спички сюда не влезут. Спички у нас идеально стоят. Ватная палочка тоже. Замок, мне кажется, должен быть здесь. Да нет, он сюда не влезает. И сюда он нет. Не, он идеально сюда вмещается. Да, он идеально сюда вмещается. Может быть так? Ну! Пожалуйста, активируйся. Ну я не знаю, что еще идеальнее можно сделать, что еще можно придумать. Если же невозможно уже что-то напридумывать. Ну а прикинь, если кубики здесь, а скрепки здесь. Да нет, скрепки не здесь. Кубики, по-моему, идеально стоят, все. Я и так и сяк уже менял. Ну, скрепки идеально подходят сюда, просто идеально. Гораздо лучше смотрится здесь. Вот нитки, наоборот, вот здесь лучше смотрятся. А замок здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Главное, больше не с чем менять. Ощущение, как будто просто уровень сломан. Мы бесконечно решаем головоломку, которая сломана. Будет прикольно, если это так окажется. Но мы уже все варианты, по-моему, перепробовали, если честно. Не может же ножик там быть наверху. Да не может, 100%. Говорю, ну здесь они тоже вмещаются неплохо. Скрепки. Нереально здесь тоже неплохо смотрится. Но здесь как будто свободное место остается. О! Пипец! Я же делал так! Я же так делал! Я же делал это! Так, окей, но здесь нужно, видимо, по размерам, да, сопоставить. Так.
Сюда, сюда. Да. Бац, бац, бац. Хорошо, что мне с этой штукой делать? Их тоже нужно соединить? Кружку эту. Непонятно. Смотри, у нас здесь какие-то еще символы есть. Может быть, по символам нужно соединять, а не по размеру. Блин, здесь по-любому по символам нужно. Блин, а что так тяжело? Вот теперь думай, блин, гадай. Может, со стружкой тоже реально что-то нужно сделать? Так, ладно, смотри. У нас есть одна линия. Ну, не хочешь ставить? Да, она не вмещается. А это вмещается. Да, они не вмещаются, если их ставить. Блин, а тогда что делать? Так, думаю, все правильно поставили. Может быть, что-то со стружкой нужно куда-то засунуть стружку. Ну, стружка же здесь и просто так, правильно? Я ж не могу ее... А, могу выкинуть, я понял. Сразу бы сказали. Ура, победа. Нет. Еще не победа, нифига. Нифига не победа. Я ж не могу поменять эти местами, видишь, они сразу вылетают отсюда. Хм. Это очень странно. О, стружку спрятали. Гады какие. Видишь, пришлось перебрать все карандаши. Так, так, так и так. Это офигел кот! Ты чё, совсем оборзел? Ты мне всю игру будешь мешать? Что хоть заново не пришлось собирать? А, это вся демка? Блин, ну так сложно было собрать просто этот сраный ящик. Это просто пипец какой-то. Главное, они все подходят идеально. Что туда, что туда, что туда. Вот три места у нас идеальных было. Блин. Ну прикольно, прикольно. Это реально интересно. Но опять-таки, это была демка, ребят. Ждем полной версии. Она визуально очень интересная. И музыка, да, успокаивающая. Мне нравятся такие головоломки, которые реально... не знаю... И вроде бы спокойно, и вроде бы сидишь бомбишь от того, что у тебя не получается что-то забрать. Это как бы одновременно прикольно. Класс. Класс, класс. Сейчас кота увидим. Чекайте. Сейчас мы увидим тень кота. Вот он, главный засранец. Главный зачинщик. Вот он. Ладно, ребят, на этом все. Прикольная игрушка. A Little to the Left. Будем ждать полной версии. Потому что там в полной версии, так понимаю, будет гораздо все тяжелее. Но я думаю, что этот уровень тоже, опять-таки, заставит нас немножко попотеть заново. Второй раз. Хоть я вроде бы визуально запомнил, где что лежит. Но в любом случае так, я думаю. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите в комментариях, не забываем подписываться на паблик ВКонтакте. Ссылка в описании и в шапке канала. Всем спасибо за просмотр, с вами был Лекс, всем добра.